«Послушайте, люди добрые, какие чудеса творились в городе Эль вон и дни!» «Фонтаныч, градоначальник, стал быть, с утра в кабинете работат. Бумаг пропасть, и каждую обдумай да подпиши. А с подрета государь Петр Алексеевич поглядывает. Давай, Фонтаныч, не шамаркай, поспешай. Он не машинка, а железна, живой житель Фонтаныч». Обмяк и придремнул. Ну вот, поле, благодать кругом, колодец, все, значит, ему сновидится. И шо, город, лепота и фонтаны за всего бьют. А там прямо гешпанский филиверк из труб мануфактурских. Что деется? Тут мотыль чудесное сновидение крылишком разметал. Фонтаныч очнулся и думал себе: что ж, сон в руку, саду свесть.